Дикие животные на улицах нашего города – явление нечастое. Рыжую плутовку 4 января в 6 часов вечера видели на Шереметьевском проспекте, неподалеку от Соковского моста, а 5 января и на улице Лежневской в районе перекрестка с Вележской. Специалисты говорят, что подходить ближе к людям животных вынуждает не только голод, их могло что-то напугать. А еще появлению лис в городе могло способствовать и отсутствие бродячих собак. Не было бы, наверное, какого-то количества собак, лисы попадали бы к нам, возможно, чаще. Вот. А так все-таки они своим лаем, да и гоняясь за ними, могут их и отогнать. Так что вот бродячие собаки приносят не только неудобства, но и определенную пользу. Во всяком случае, какова бы ни была причина появления диких животных в людном месте, нужно держаться от них подальше. А уж бежать за зверьком в надежде сделать селфи тем более не стоит. Такая встреча может плохо закончиться. Лисы на территории нашей области не раз становились переносчиками бешенства. К сожалению, пытается кто-то лис держать дома. Иногда они убегают, и вот оценить, опасно или нет, но на всякий случай лучше поостеречься. Она все-таки дикая и тем более хищник. А уж протягивать к ней руки, гладить, пытаться как-то приголубить – это опасно. Очень опасно. Если даже и не бешеная, то покусать как следует может.